На следующей неделе мы ожидаем понижения температуры на 5-7 градусов дневных. И, в общем, можно сказать, что мы уже будем переходить к полноценной осени, когда дневные температуры уже очень редко будут заглядывать за 20-градусную отметку. Но, тем не менее, все равно по нашим климатическим нормам мы еще ждем, что у нас и в ноябре будут теплые дни. Но октябрь уже будет достаточно комфортным, но, тем не менее, фронтальные разделы с осадками будут иногда день ото дня портить. И, как я сказал, ближайший фронт мы ожидаем на эти выходные.